Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра! Советская и российская актриса, народная артистка РФ 74-летняя Наталья Селезнева стала гостем телевизионной программы «Судьба человека». Там она рассказала о своих взаимоотношениях с народным артистом РСФСР Александром Демьяненко, который скончался еще в 1999 году в возрасте 62 года. Селезнева и Демьяненко были партнерами в сразу нескольких фильмах, в том числе известной комедии Леонида Гайдая «Операции». Актриса призналась, что работать с Александром было нелегко, из-за его очень тяжелого характера. По ее словам, у Демьяненко ни с кем не было теплых отношений на съемочной площадке. К нему очень рано пришла любовь зрителей, но он всегда ждал предложений драматических ролей, а ему не предлагали, рассказала Селезнева, добавив, что у актера также не сложилась и личная жизнь, из-за чего он стал здорово выпивать. «Все это было ужасно», вспоминает Селезнева. На роль Лидочки в комедию «Операции» и другие приключения Шурика, самой непосредственной девушки Советского Союза, попробовали всех студенток театральных во всех городах страны. По улицам Москвы будто ищейки сновали десятки помощников режиссера. Но именно в Наталье Селезневой легендарный режиссер Леонид Гайдай разглядел свою Лидочку, а потом и жену Шурика Зину из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и Танюшу из киноновеллы «Не может быть». Во время интервью звезда советского кино рассказала, как проходила пробы на фильм «Операции» и другие приключения Шурика. Артистка рассказала, что пришла на кастинг в сарафане. В какой-то момент режиссер Леонид Гайдай попросил показать фигуру. На это она ответила отказом. Режиссер решил спровоцировать начинающую актрису. Леонид Йович сказал, что сомневается в красоте ее тела и обвинил в стеснении. «Тут я со злостью снимаю сарафан, остаюсь в купальнике и говорю ему, ну как у меня фигура?» Рассказала Селезнева. На дерзкий поступок режиссер отреагировал фразой «утверждены». На этом кастинг для Натальи был завершен. Также актриса вспомнила один из съемочных дней, когда по сюжету она должна была есть сосиски с Александром Демьяненко. Команда сняла много дублей перед тем, как все получилось идеально. Наталья съела около 20 сосисок за раз. Колбасный продукт так надоел Селезневой, что она не ела его 2 года.